все проводят его по-разному. А мы с Сала раннего утречка к 9 часам приехали на ФОК на Ярославском шоссе 116, корпус 4, где будем смотреть битву титанов. Команда Бауманская и команда Пролетарская, известная нам под названием Фортуна, встречаются сегодня на первенстве Москвы. Как мы знаем, спортсменами не рождаются, спортсменами становятся. И становятся спортсменами, преодолевая трудности. Вот у Бауманской сегодня очень трудная игра. Как мы знаем, Фортуна — чемпион России прошлого года, чемпион Москвы. Хотя начинают происходить кое-какие сдвижки. На прошлой неделе, по-моему, Фортуна играла с Викторией и проиграла Викторию со счетом 3-1. Это первый против Фортуны Виктории. Какие у нас еще новости за время? За прошлую неделю мы узнали за кулисами, кто-то из родителей говорил, что решено, что Бауманская с 4-го места поедет играть на первенстве, продолжать играть на первенстве России. Эта информация не подтвердилась, Бауманская не едет. Поэтому в этом сезоне трудных турниров у Бауманской не предвидится. Только первенство Москвы по воскресеньям. Всякой ситуации есть обратная сторона медали. Ребята, значит, будут учиться, набираться знаний. За первые 4 месяца этого сезона Бауманская пропустила много занятий. Играла на турнирах в Костроме, играла на турнирах в Вологде. Ездила на спортивные сборы в Нижнем Новгороде. Тем временем игра началась. Итак, атакует Егор Димитриев, забивает первый мяч, 1-0, Фортуна выходит вперед. Итак, у Фортуны подавать будет 8-й номер Эдуард Симонов. К сожалению, я забыл свой блокнот, не всех игроков смогу называть по имени. Илья Назаров открывает счет Бауманской, 1-1. У Бауманской готовится подача Елисей Васильев, третий номер, шорт Бауманская. Неудобная передача для Максима Лапшина. Максим атакует левой рукой в антенну. 2-1. Бауманская выходит вперед. Елисей Васильев на подаче. Про что я говорил? Забыл свой блокнот и не помню на память всех игроков Фортуны. Поэтому только выборочно буду называть их по именам, фамилиям. Алексей Коротенков выигрывает воздушный бой над сеткой. 3-1. Фортуна, как всегда, начинает игру небрежно. Мы знаем, что потом она соберется. И легко Бауманской не будет. Алексей Коротенков опять переигрывает центрального блокирующего Егора Димитриева. 4-1. Невидимо на площадке у Фортуны Дениса Наумова. Эффективного игрока. Подача в аут от Елисея Васильева. 2-4. Подача переходит команде шорт Пролетарская. Алексей Галюков, связующий игрок Фортуны на подаче. Очко в этом розыгрыше достается Фортуне.
какая-то заминочка. Судьи сейчас будут разбираться. Непонятно, кому досталось очко. Спорный мяч. Очко не достается никому. Какие-то нюансы, о которых я вам сказать не могу, это только может быть известно из судейских переговоров. Итак, счет 2-4. Бауманская на 2 очка опережает в начале первой партии Фортуну. Так, решение было озвучено. Спорный мяч. Очко от прошлого розыгрыша не достается никому. Подавал Елисей Васильев, поэтому... Алексей Галюков на подаче. Звучит свисток, игра продолжается после длительной паузы. Атаковал Илья Назаров, Фортуна. Захар Новиков перебрасывает защиту Фортуны. 5-2. В пользу Бауманской Захар выходит на подачу. Эдуард Симонов. Неудачный прием мяча. От рук Эдуарда мяч уходит в аут. Захар забивает шестой мяч. 6-2. Максима Лапшина. Заслуженный спортсмен. Третий номер Шор-Пролетарской забивает. Третье очко. 3-6. Подавал Игорь Дмитриев. Атакует Иван Клевцов. Вау. 4-6. Итак, продолжает подавать Егор Дмитриев. Два раза атакует Илья Назаров. Ответная атака от Максима Лапшина. И Бауманская не поднимает этот мячик. На задней линии были не готовы принимать атаку. 5-6. Плюс один у Бауманской. Первый темп. Алексей Каратенков атаковал. Но Алексей Галюков принял эту атаку. И опять Алексей Галюков принимает. Алексей Каратенков сбрасывает мяч под сетку переходящий. После приема Алексея Галюкова 7-5. Илья Назаров готовится к подаче. Силовая подача.
Есть прием. Максим Лапшин надежно и беспощадно расправляется с защитой Бауманской. Конечно, надо караулить этого игрока, ставить ему препятствия. 6-7. Максим Лапшин подает. Есть прием у Бауманской. И проходит скидка от Кирилла Байнова. Баскетбольным броском Максим Лапшин пытается забить мяч. Бауманская сопротивляется. И не просто сопротивляется. Кирилл Войнов забивает в атаке 8-й мяч. 8-6. Алексей Каратенков выходит на подачу. Лапшин. Счет становится 7-8. На подаче пятый игрок Фортуны. Наблюдаю за ним. Очень активный игрок, к сожалению, не помню его имени и фамилию. Иван Клевцов забивает 9-й мяч, 9-7, и выходит на подачу. Принимают атаку от Максима Лапшина. Борьба возле сетки. Бауманская проигрывает эту борьбу. 8-9. Второй игрок Пролетарской. Новый игрок. К сожалению, свои записи я оставил дома. Бегает под мяч Елисей Васильев и сбрасывает мяч в аут. Счет равный 9-9. Продолжает подавать второй номер Фортуны. Подача в аут. 10-9. Бауманская на одно очко опережает Фортуну в первой партии. На подаче Кирилл Войнов. Захар Новиков блокирует атаку со стороны Фортуны. Атаковал Эдуард Симонов. 11-9. Переигрывает защиту Бауманской. 10-11. Эдуард Симонов на подаче. Между блоком и сеткой. 11-11. Счет равный. Захар Новиков перебрасывает.
Илья Назаров отходит от судьи. Судья что-то объяснял Илье. Похоже, Илья так и ничего не понял. Была какая-то ошибка у Бауманской. 12-11. Фортуна впереди. Атакует Иван Клевцов. Атака в блок. От блокирующих мяч уходит в аут. 12-12. Алексей Каратенко выходит на площадку вместо Андрея Трепутень. Елисей Васильев на подаче. Максим Лапшин. Атака в антенну. 13-12. У Бауманской в запасе одно очко. Григорий Кичкир не смотрит за игрой. Решил, что Бауманской проиграл этот мяч. Мяч возвращается на подачу Бауманской. Елисей Васильев. Максим Лапшин. Атакует. В блоке работают Алексей Каратенков, Захар Новиков. Не успевают выставить блок против Максима. 13-13. Алексей Глюков на подаче. Неудачный прием мяча за спину. Такой пятый игрок Бауманской Фортуны. И выводит свою команду вперед. 14-13. Арбитр показывает, что был заступ у Ильи Назарова. Фортуна впереди. Кирилл Байнов атакует в аут. 16-13. Тайм-аут берет тренер Бауманской. Продолжаем смотреть первую партию. Команды возвращаются в игру после тайм-аута. Счет 16-13 в пользу Фортуны. К подаче готовится Алексей Галюков. Связующий игрок Фортуны. Итак, пока пауза. Хочу сказать также следующую информацию. Бауманская не едет дальше на первенство России. Но отдельные игроки попытают счастья в составе других команд. Илья Назаров попробует свои силы в составе Фортуны. Кирилл Байнов и Захар Новиков попробуют свои силы в Виктории. Также прошла информация, возможно, Алексей Каратенков попробует свои силы. Вот сейчас атакует Алексей Каратенков. Центральный блокирующий забивает первым темпом. 14-й мяч, 14-16. Подача готовится Новиков Захар. Захар перебрасывает Илью Назарова. Илья пытается сделать скидку, но в этом розыгрыше Фортуна переиграла Бауманскую. 17-14. Фортуна впереди. Егор Дмитриев на подаче. Иван Клевцов атакует в аут. Вместо Ивана Клевцова в игру вступает Кирилл Багарьян. -18. Минус 4 у Бауманской в первой партии. Егор Дмитриев подает. И опять Захар перебрасывает Илью Назарова.
Илье ничего не остается, как сделать скидку. Но этот ход просчитала Фортуна. 19-14, тайм-аут. Итак, первая партия. Первенство Москвы. Встречается Бауманская и Пролетарская. Счет 19-14 в пользу Пролетарской. В игру вступает Кирилл Багарьян. Мощная атака, но Фортуна вытаскивает. Нет, не вытаскивает. После атаки Кирилла Багарьяна мяч обратно на сторону Бауманской не возвращается. 15-19. Подавать будет Илья Назаров. После приема подачи Эдуардом Симоновым мяч уходит в аут. 16-19. Продолжает подавать Илья. Подача в аут. 20-16. У Бауманской минус 4. На подаче Максим Лапшин. Не справляется с приемом Андрей Трепутень. 21-16. Максим Лапшин. Силовая подача. Роберт Манукян принимает. Но также неудачно. Переходящий мяч. Атакует Фортуна. 22-16. Фортуна делает рывок. Ускорение в конце первой партии. И Бауманской уже не угнаться за Фортуной. 22-16. Максим Лапшин. Есть прием. Атаковал Кирилл Багарьян. Фортуна блокирует атаку. Захар Новиков атакует сетку. 23-16. Расстроилась игра у Бауманской в конце первой партии. Бауманская замена вместо Захара Новикова. На позицию связующего игрока выходит Тимофей Таганов. На подачу по-прежнему Максим Лапшин. Силовая подача. В сетку. 17-23. Минус 6 очков у Бауманской в первой партии. И это кажется непреодолимым с такой сильной командой, как Фортуна. Алексей Каратенков подает. Алексей Васильев блокирует атаку со стороны Максима Лапшина. Скидка за блок. И нет страховки блока. Тренер высказывает Роберту Манукяну. Вероятно, Роберт должен был поднять этот мяч. 24-17. Сетбол. Хорошо увидел площадку Кирилл Багарьян. Скидка за блок. Пустое место. Мяч падает на пол площадки Фортуны. 18-24. Сетбол подает Кирилл Багарьян. Максим Лапшин атакует в аут. 19-24. Что ж, Бауманская борется, не потухла раньше времени, как это бывало не раз. Приятно смотреть. Илья Назаров. Скидка из шестой зоны. Бывает же такое. Скидка в котел. 20-24. Тут Бауманская и сокращает разрыв в счете, но все...
все еще разрыв очень велик. Кирилл Багарьян. Атака вал. Второй номер пролетарской атакует вал. Счет 21-24. Минус 3 у Бауманской. Бауманская подряд набрала 3 очка. Перерыв. Итак, смотрим концовку первой партии. Счет 21-24 в пользу Фортуны. Сетбол подает Кирилл Багарьян. Максим Лапшин ставит точку в первой партии. Но Бауманская пока смотрится бодрячком. Надеемся, что продолжит сопротивление и борьбу. А пока перерыв. Можете попить кофейку и отдохнуть от просмотра игры. Начинается вторая партия. Подает Егор Дмитриев. Залетает кривой мяч со стороны Бауманской. Скидку делал Илья Назаров. Выводит свою команду вперед. 1-0. Итак, уныние – это грех. Унывать на площадке не позволено никому. И это надо донести до спортсменов. Что бы там ни происходило, хоть со счетом 25-0. Алексей Галюков баскетбольным броском сбрасывает мяч на сторону Бауманской. Такие броски почему-то не считаются задержкой мяча. Но это на усмотрение судей, конечно, 1-1. Симонов Эдуард подавал. Илья Назаров скидкой все-таки забивает второй мяч. Два раза не получается атаковать. И скидывал. И все-таки добился своего. Тимофей Таганов подает. Захар Новиков не успевает блокировать Максима Лапшина. Атака в линию. 2-2. Алексей Глюков выходит на подачу. Есть прием. Атаковал Захар Новиков. Фортуна справилась. И опять Максим Лапшин пробивает двойной блок Бауманской. В блоке работали Алексей Каракенков и Илья Назаров. Максим выходит Фортуну вперед. 3-2. Продолжает подавать Алексей Галюков. Илья Назаров обманывает блок. Защиту Фортуны. Скидка за блок. Страхующий не успевает поднять мяч. 3-3. Илья готовится к подаче. Силовая подача. Есть прием. Максим Лапшин без проблем справляется с защитой Бауманской. Алексей Каратенков не угадывает, где может оказаться мяч. 4-3. Подает второй игрок Фортуны. Атакует Кирилл Байнов. Получается не сильная атака. Атаковал Захар Новиков. Максим Лапшин переигрывает Бауманской возле сетки. 5-3. Фортуна наращивает очки во второй партии. Тайм-аут берет тренер Бауманской. Перерыв. Закончен тайм-аут. Счет 5-3. Первенство Москвы. Встречаются Бауманская и Пролетарская.
Захар Новиков с скидкой переигрывает защиту Фортуны. В блоке работали высоченные Максим Лапшин и Егор Дмитриев. Счет 4-5. Минус один у Бауманской. Подает Алексей Каратенков. Максим Лапшин. Блок Бауманской не помеха для него. 6-4. Силовая подача. Андрей Трепутень справляется с приемом подачи от Максима Лапшина. Илья Назаров. Атака из шестой зоны. Мощно. Красиво. До пола. 5-6. Бауманская пока не отпускает далеко Фортуну. На второй партии подавать будет Захар Новиков. Кирилл Больнов. Атака в край блока. От рук блокирующих мяч уходит в аут. Счет равный 6-6. Продолжает подавать Захар. Захар будет пробовать свои силы в составе Виктории на первенстве России. Тимофей Таганов блокирует атаку со стороны Максима Лапшина. Бауманская выходит вперед. 7-6. Пытается сделать скидку за блок, но что-то не получается у Кирилла. Мяч остается на половине поля Бауманской. 7-7. Неудачный прием мяча у Ильи Назарова. Фортуна выходит вперед. 8-7. На подаче пятый игрок Фортуны. Отличный игрок. Забыл блокнот и не могу вспомнить, как его зовут. Илья Назаров. Блокаут. 8-8. Счет равный. Борьба продолжается. Зрителям интересно смотреть эту игру. Потому что ребята борются. Кирилл Бойнов. Вороченная подача. Фортуна готова. Максим Лапшин. И Андрей Трепутень. Вроде бы видел мяч, вроде бы стоял в нужной позиции, но мяч пролетает мимо Андрея и падает на пол. 9-8. Фортуна на шаг впереди во второй партии. Егор Дмитриев. И Илья Назаров. Атака в блок. Блок-аут. Счет равный 9-9. Вместо Андрея Трепутень на площадку возвращается Алексей Каратенков. Подавать будет Елисей Васильев. Попытка играть первым темпом. Несогласованность действий была. Пролетарской Бауманская на очко опережает Пролетарскую во второй партии. 10-9. Елисей Васильев на подаче. Елисей Васильев принимает атаку со стороны Фортуны. Атаковал Максим Лапшин, но мяч ударяется в потолок.
Временами зал становится уже тесноват. 10-10. Тимофей Таганов с скидкой в котел выводит свою команду вперед. 11-10 и выходит на подачу. Фортуна без атаки. Двойное касание показывает арбитр Тимофея Таганова. 11-11. Алексей Галюков. Никаких проблем не создает блок Бауманской для атак Максима Лапшина. Фортуна выходит вперед. Продолжает подавать Алексей Галюков. Укороченная подача. Задержку мяча показывает арбитр у кого-то из игроков Фортуны. Счет равный 12-12. И подачи 12 номер. Вот такой каламбурчик сложился у нас по цифрам. При счете 12-12 подает 12 номер Илья Назаров. Силовая подача. Мяч цепляет сетку. В игре Максим Лапшин. Алексей Каратенков. Блокаут. 13-12. Фортуна впереди. Фортуне замена. На площадку выходит 9-й игрок Фортуны. Сразу на подачу. Кирилл Войнов пробивает двойной блок Фортуны. Счет равный 13-13. Пока во второй партии все идет ровно. Но мы знаем способность Фортуны ускоряться к концу партии. Это как в беге на короткие дистанции. Сначала все идет ровно, и выигрывает тот, кто ускоряется в конце. Максим Лапшин. Бауманская не защищается против атак Максима. 14-13. Илья Назаров принял. Кирилл Войнов с кикой за блок. Сравнивает счет. 14-14. Захар Новиков готовится к подаче. Силовая подача. Подача в сетку. Давно не рисковал Захар. Попробовал рискнуть, не получилось. 15-14. Фортуна на один шаг впереди. На подаче 5-й игрок Фортуны. Первый темп атакует Егор Димитриев. Не успевает центральный блокирующий заблокировать эту атаку. На это он и первый темп. Сложная ситуация. Арбитр принимает решение, что от рук блокирующих мяч ушел в аут. 15-16. Кирилл Войнов. Укороченная подача.
Несложно было угадать намерение Кирилла Бойнова. Егор Дмитриев перехватывает скидку. 17-15. Фортуна начинает ускорение в конце второй партии. Отпустит ли ее Бауманская? Вот в чем вопрос. На подаче Егор Дмитриев. Илья Назаров. Полуатака, полускидка. Илья хорошо увидел поле. Мяч ударяется о пол площадки Фортуны. 16-17. Минус один у Бауманской. Подает Елисей Васильев. Подача в сету. Досадная ошибка. 18-16. Эдуард Симонов на подаче. В игру вступает Роберт Манукян. Принимает. Илья Назаров разбирается с защитой Фортуны. Скидкой за блок. Не успевают страхующие. 17-18. У Бауманской минус один. Подавать будет Тимофей Таганов. Захар Новиков блокирует атаку со стороны Максима Лапшина. Счет равный 18-18. Тимофей Таганов. Максим Лапшин. На этот раз блок не помешал Максиму. 19-18. На одно очко опережает пролетарская Бауманскую во второй партии. Алексей Галюков подает. Илья Назаров пробивает двойной блок. Фортуна добивает до пола площадки Фортуны. Счет равный 19-19. Пока не отпускает Бауманская Фортуну вперед. Илья Назаров, силовая подача, есть прием. Максим Лапшин. Атака в либеро, Андрей Трепутень. Пока не готов принимать такие мячи. Вроде бы их угадал с местом, где он должен стоять, но не довернул руки при приеме мяча. 20-19, тайм-аут. Возвращаемся в игру. Продолжаем смотреть вторую партию. Первенство Москвы встречается Бауманская Пролетарская. Счет 20-19. Неудобный прием мяча. Не удалось Бауманской справиться с этой ситуацией. 21-19. Фортуна впереди. Вместо Роберта Манукяна на площадку возвращается Кирилл Бойнов. Кирилл Бойнов также будет пробовать свои силы в составе Виктории. В дальнейшем в полуфинальных играх на первенстве России. Атакует Кирилл Бойнов. И отличная атака, попадает в уголок площадки Фортуны. 20-21. Мяч в игру будет вводить Алексей Каратенков. Минус один у Бауманской. Захар Новиков. Красавчик. Хорошо прикладывается к мячу. И мяч ударяется в пол площадки Фортуны. Счет равный 21-21. Захар доволен своей игрой. Улыбается. Улыбаются игроки Бауманской.
Алексей Коротенков. Максим Лапшин. Никаких проблем не создает блок Бауманской для атак Максима. 22-21. Фортуна впереди. Подает Максим. Илья Назаров не справляется с приемом подачи. 23-21. Вот тот самый рывок в конце партии, который, конечно же, надо выдерживать Бауманской. Максим Лапшин. Илья Назаров принимает. Кирилл Войнов сбрасывает мяч. Вау. Не рассчитал свое положение относительно площадки. 24-21. Бауманской на площадку выходит Иван Клепцов. Позиция связующего играет Захар Новиков. Илья Назаров забивает 22-й мяч. 22-24. Минус 2 у Бауманской. В завершающей стадии второй партии. Итак, Захар Новиков будет вводить мяч в игру. Подача в аут. Заканчивается вторая партия. Счет 25-22 в пользу Фортуны. Перерыв. Звучит свисток на начало третьей партии. Счет по партиям 2-0 в пользу Фортуны. Атаковал Илья Назаров. Фортуна поднимает мяч. Атакует Максим Лапшин. Илья вроде бы угадывает с управлением мяча, блокирует мяч. Но мяч падает на стороне Бауманской. 1-0. Есть прием. Андрей Трипутень принимает. Илья Назаров забивает. Атака под сетку. 1-1. Приятно смотреть сегодня на Бауманскую. Нет уныния в команде. Несмотря на то, что она проигрывает, ребята борются, идут до конца, добиваются своего. Елисей Васильев. Несогласованные действия возле сетки у спортсменов Фортуны. Егор Дмитриев теряет мяч. 2-1. Бауманская на одно очко опережает в начале третьей партии Фортуну. Первый темп. Атаковал Егор Дмитриев. В площадку не попал. 3-1. Елисей Васильев. Подача в аут. Счет становится 2-3. Напоминаю зрителям, что вы смотрите первенство Москвы. Встречаются Бауманская и Пролетарская. Максим Лапшин. Илья Назаров принимает мощную атаку со стороны Максима Лапшина. Но дальше не получается поднять этот мяч. 3-3. Алексей Галюков. Попытка сыграть первым темпом. Пятый игрок Фортуны. От рук блокирующих мяч уходит в аут. 4-3. Фортуна выходит вперед.
Атаковать ему было неудобно, но Илья с скидкой переигрывает блок Фортуны 4-4. Подает Тимофей Таганов. Укороченная подача. Не справляется с приемом подачи Егор Дмитриев. Бауновская выходит вперед. 5-4. Скидка за блок. Андрей вроде бы поднимает мячик, но невысоко и под сетку. Бауновская теряет пятое очко. 5-5. В третьей партии Егор Дмитриев на подаче. Захар Новиков атакует в блок. И от блокирующих мяч возвращается на пол Бауманской. 6-5. Фортуна выходит вперед. Удобная передача для Ирины Назарова. Илья атакует в аут. После неудачной передачи Тимофей отправляется на скамейку запасных. На позиции связующего будет играть Захар Новиков. Итак, Андрей Трепутень принимает подачу. Алексей Городненков с скидкой добывает шестое очко, 6-7. Минус один у Бауновской в третьей партии. Илья Назаров, силовая подача в сетку. 8-6. Лапшин. Силовая подача. Также в сетку. Команды обменялись подачами в сетку. Как говорится, ответили любезностью на любезность. 7-8. Минус один у Бауманской. В третьей партии. Алексей Каратенков готовится к подаче. Максим Лапшин. Атака в Ивана Клепцова, и от рук Ивана мяч уходит резко в аут. Надо тренировать прием, конечно, Бауманской. Захар Новиков перебрасывает Кирилла Байнова. Не дотягивает Кирилл до мяча. 9-7. Фортуна впереди. Пятый игрок Фортуны на подаче. Атакует Иван Клепцов. Отлично работает блок Фортуны. Счет 11-7 в пользу Фортуны. Тайм-аут берет тренер Бауманской. Закончен перерыв. Подает Фортуна. Счет 11-7. Захар Новиков добывает очко хитростью. Скидка в котел. 8-11. Захар выходит на подачу. Максим Лапшин. Андрей Трепутень принимает атаку. Бауманская вытаскивает этот мячик. Елисей Васильев. Борьба над сеткой. Елисей как-то далеко, видно, от сетки боролся. И мяч падает ему под ноги.
12-8. Подает Фортуна. Иван Клевцов. Неудачный прием мяча. Фортуна забивает переходящий мяч. Иван отправляется на скамейку запасных. Возвращается в игру Тимофей Таганов. Мяч в игру будет вводить Кирилл Войнов. Алексей Васильев атакует в аут. 13-9. Максим Лапшин атакует поверх блока Бауманской. В 14-9. Фортуна впереди. Перерыв. Продолжаем смотреть третью партию во встрече Бауманская Пролетарская. Счет 14-9 в пользу Фортуны. В зале появляется 16 номер Фортуны Денис Наумов. Вероятно, он будет играть за команду 2007 года. Там какие-то проблемы. Илья Назаров атакует блок. Блок-аут. На 6 очков Фортуна оторвалась от Бауманской в третьей партии. Даниэл Уауа. Давно мы не видели этого игрока на площадке. Подает в сетку. И уходит обратно в запас. Тяжело, конечно, врываться в игру после долгого перерыва. Счет 16-10. Илья Назаров атакует блок. Блок-аут. 11-16. Подает Тимофей Таганов. На задней линии принимает мячик Кирилл Войнов. Так, розыгрыш продолжается. Есть страховка, Андрей Трепутень. Длительный розыгрыш. Алексей Каратенков блокирует атаку со стороны Максима Лапшина. Счет становится 12-16. Минус 4 у Бауманской. Продолжает подавать Тимофей. Фортуна без атаки. Илья Назаров. Фортуна блокирует атаку. 17-12. Егор Дмитриев. Подача в сетку.
13-17. У Бауманской минус 4 в третьей партии. Или в третьем сете. Силовая подача. Илья Назаров. Фортуна принимает. Максим Лапшин атакует. Ваут. Показывает, что было касание блока. Но это для Бауманска редкость, конечно. Максим включил фантазию. 14-17. Минус 3. Илья Назаров подает мимо площадки. Максим Лапшин. Илья Назаров принимает подачу. Атаковал Кирилл Бойнов. Фортуна приняла. Прикладывается к мячу, добивает до пола. 15-18, минус 3 у Бауманской. Подавать будет Алексей Коротенков. Подача. Фортуна принимает. Захар сбрасывает мячик в аут. Wow. 19-15. Минус 4 у Бауманской. Третья партия. Отличная атака. Атакует Кирилл Бойнов. Забивает 16-й мяч. 16-19. Минус 3 у Бауманской. Подавать будет Захар Новиков. Силовая подача. Проигрывает еще один мяч. 20-16. Минус 4 у Бауманской. Захар Новиков атакует сетку. 21-16. Отпускает Бауманская Фортуну. В конце третьей партии. А это значит, матч движется к завершению. Кирилл Бойнов атакует в аут. Сбился прицел у атакующих Бауманской. 22-16. Мощно мимо защиты Фортуны пробивает до пола. (Связывая) 17-22. Минус 5 очков у Бауманской. Кирилл Бойнов подает в сетку. 23-17. Эдуард Симонов готовится к подаче. Илья Назаров, самый результативный игрок в команде Бауманская. Забивает 18 очко. 18-23. Илья будет пытать счастье
в составе «Фортуны». На первенстве России Максим Лапшин забивает без вариантов. 24-18. Таймбол. Подавать будет Алексей Галюков. Кто-то из игроков «Фортуны» касается сетки. Арбитр все это видит. 19-24. Таймбол подает Тимофей Таганов. Максим Лапшин баскетбольным броском закидывает мяч на сторону Бауманской. На этом игра заканчивается. Спасибо всем, кто был с нами этим утром воскресным. Смотрите волейбол, болейте за свои команды, получайте удовольствие. Мы с вами прощаемся. До свидания, до новых встреч.